предпринимательница из Петропавловска демонстрирует социальную ответственность. Владелица продуктового магазина из Петропавловска содержит в чистоте и порядке прилегающую территорию. Как создать успешный бизнес и проявлять гражданскую позицию, смотрите далее. Лариса Хизбулина открыла продуктовый магазин в 2001 году. Чтобы запустить его, переоборудовала квартиру на первом этаже в многоэтажном доме. Такой, на первый взгляд, простой бизнес требует много сил, времени и денежных вложений, рассказывает женщина. Отдельную строку расходов она выделяет для круглогодичного ухода за территорией, которая прилегает к магазину. Хочется, чтобы людям доставлял удовольствие даже не только покупку совершить, но и эстетическое какое-то наслаждение. Поэтому мы решили немножко сделать, облагородить. Раньше садила я цветы, но с цветами немножко проблематичнее, потому что прополки больше, полива больше. Решили посадить газон. Ну, а в этом году опять получилось так, что лето выдалось жаркое, почва прогревалась более 50 градусов. То есть немножко у нас пожелтел. За цветами Лариса Хизбулина ухаживает сама. Ей нравится, как они преображают пространство у магазина. За порядком на прилегающей территории бизнесвумен помогает следить дворник. Он каждое утро проводит уборку прилегающей территории. Хотя зимой дворнику работы, конечно, побольше, потому что приходится чистить снег и лед отдалбливать, чтобы никто не поскользнулся. По кондоминимуму здесь положено 1,5 метра от дома, а остальное все земля города. Как вы видите, здесь проходит теплотрасса, которая заходит в дом, центральное отопление. Поэтому ничего лишнего мы тут не имели права сделать. Даже крыльцо мы сделали не капитальное, оно должно быть переносным. Так как в случае порыва на теплотрассе, крыльцо необходимо будет убрать для комфортной и безопасной работы коммунальщиков. В день в этот магазин приходят несколько десятков покупателей. Я всегда туда хожу, покупаю себе сладости. Хорошие продавцы, обстановка красивая, все нравится. Замечаю всегда, как тут красиво. Видно, что владелец магазина следит за чистотой и порядком. Приятно сюда приходить. Магазин работает с 8 утра до 11 часов вечера. В нем посменно трудятся два продавца. Владелица магазина планирует обновить и покрасить фасад, чтобы покупателям было еще приятнее приходить за покупками.